сидит. Смотрите, вы можете спереди садиться. Так, все, хоп, все по машинам, давайте. Спеціальне призначення Азов спільно з 37-м окремим підрозділом. Дякую. Дякую. Тихо. Борода сидить. Лебединская, работа сейчас. Здесь останетесь. Украинского маяка. Ветра нет. Да, на теперешний момент заехали, сейчас обосновываются, поменяли батальон Кривбас. Не, ему душа не искать. Никак. Я не говорю, больше не знаю, но половину уже берем. Здоровья. Пастору, физкульт, привет. Герой. Знаю, ладно. Нет. Пан Александр с одного города. Это земляки. Да, Днепропетровск. Так, все. Ну что, как мы тебя отстроили? Это шедевр военного зодчика. Так, тут хоть что-то видно, не-не. Тут что видно? Да, обзор хороший. Угу. Да, вон вот так. То, что вы говорили, да, что обзор дороги и все остальное. Ну, большой, это на отделение. А они все равно знают позиции. Беспилотник поднял, и через 5 минут он представляет, что у тебя. Обзор, конечно, здесь супер. Высота хорошая. Прикрывает артиллерия. Нет, правильно. Да. А у вас нет прикрытия, да. Не, ну на Москву, у нас дело в том, что через Кубань зашла. Ну наша ж, наша. Да, чтобы подпитаться и вперед. Там вторая позиция. Левая сидит во фланге. Да, это противоположный. Так это второй, да. Все остальные. Да, надо убирать все.